Сегодня мы с Владушкой решили сделать символ года бычка из фоамирана. Сначала нужен фоамиран. И сделать заготовки, да? Да, у нас уже сделанные. Так, что сделала ты? Что? Это голова. Голова. Два рога должна быть. Угу, ты пока один сделала. Два глаза. Угу. Мордочка. Угу. И пятнышко. Так. Ну, еще ушки надо сделать, да? Угу. Ну, и приступаем к работе. Все это мы переносим на фоамиран и вырезаем все детали. Делаем рожки ему. И тоже вырежем. Ладушка, вырезай. Вставляем ушко. Ушки выставляем. Ну, все, можно склеивать и глазки потом дорисовать, да? Угу. Берем для этого что? Пистолет. Клеевый пистолет. Можно клеить. Ну и теперь все детали склеиваем аккуратно. Итак, Владушка уже заканчивает. Дорисовывает глазки. И вот такой миленький бычок у нас получился.